Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про впровадження роздільного збирання сміття у Дніпрі. В нашій студії директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Борисович Семенко. Вітаю вас. Вітаю я вас. Олег Семенко – директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю архітектор. Займався розробкою та впровадженням системи контролю, збору та вивозу твердих побутових відходів та розробкою проєкту очисних споруд правобережної частини міста Дніпро. Хобі – собаки. Олег Борисович, вітаю вас ще раз. Вітаю вас, Тетяна. Тож, ми з вами сьогодні тут, щоб поговорити про впровадження роздільного збирання сміття у Дніпрі. Ми всі цього дуже неймовірно хочемо, але, на жаль, Україна, як і Дніпро, зараз у смітті потопає. Як взагалі прийти до роздільного збирання сміття і взагалі на що орієнтуватись, на яку країну? Можливо, ви дивитесь на, як директор департаменту, на досвід інших європейських країн і хочете його впровадити тут, у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо можна, я буду казати російською мовою, так, бо так нашим глядачам буде більш цікаво. Сбор сміття – это самый безопасный метод для обращения с отходами, для природы и, естественно, для жизнедеятельности человека. Очень многие страны в мире и в Европе к раздельному сбору шли десятилетиями, поэтому не надо думать, что мы этот путь пройдем за 1-2 года. Чудес на свете не бывает. Для нас наиболее приемлемый опыт, наверное, все-таки европейских стран, такого более близкого зарубежья, Болгария, Румыния, Венгрия. Но стремиться надо, безусловно, к Германии, Австрии, Голландии. Мировая практика говорит о том, и это, в общем-то, тенденции мировые, что должна быть определенная система вообще к подходу, к обращению с твердыми бытовыми отходами. Прежде всего, надо сокращать вообще воспроизводство отходов. И поэтому мы слышим такие громкие программы, там, откажемся от пластиковых пакетов, которые разлагаются якобы 300 лет. Вот. То есть не надо образовывать мусор. Если же он все-таки образовался, необходимо, это европейский опыт, необходимо максимально подойти к сортировке мусора, а это возможность вторичного использования, это касается ткани, металла, может быть, даже стекла. Если не получается вторичное использование мусора, европейская мировая практика говорит о том, что мусор должен перерабатываться. Пластиковая бутылка может идти в какие-то пластиковые изделия, начиная от ванночек, прищепок, хозяйственных какой-то утвари и так далее и тому подобное. Если не рециклинг, так называемый. Если не получается переработка, тогда есть такое понятие, как возобновление там, энергии. И, как пример, мусор какой-то спаливается, а органика, органические соединения, ну тогда это превращается в гумус для того, чтобы использоваться где-то в тепличном хозяйстве. Компостование, гумус. И только потом на украинские выдалания, а так захоронение. Все это ведет к тому, что, во-первых, достаются вторсырье, достаточно и энергоемкая, и финансово-емкая составляющая в мусоре. Пластик сейчас, в общем-то, он адекватен стоимости черного металла в первом переделе. Ну, цена такая, валютная. Вот. А самое главное, уменьшаются территории, которые забрудниваются, ну, которые загаживаются вот этими свалками, потому что земля... Она это невосполнимый ресурс, и больше диаметра не будет, и больше площадей не будет. Они могут только уменьшаться. Вот это европейский подход.
Венгрия захоранивает 65% мусора и только 25% перерабатывает. Германия перерабатывает практически 90%, перерабатывает и пускает на возобновляемую энергию, на почву 99%, всего 1% мусора сжигается. В Австрии, если я не ошибаюсь, там порядка 3,5% захоранивается. На Украине ситуация обстоит совсем по-другому. А какая ситуация в Украине зараз? Смотрите, здесь, наверное, надо разбить на несколько составляющих. Первое, что сделало правительство, на что это повлияло и что делаем мы? Надо быть объективным. В январе, 3 січня 2018 року, 3 января, правительство прийняло закон о запреті захоронення мусора на полігонах ТБО на Україні. І на цьому все. Никаких подзаконных актов, никаких сопутствующих документов, ни ресурсов выделено не было. Через какое-то время, как я уже сказал, февраль 18-го, январь 19-го года, был выдан очередной закон, который обязует областные госадминистрации разработать региональные планы поводжения с відходами до 2030 року. Ну, извините, що пішов на український. Угу. Вот, как чиновник, работая с этими документами. И на этих двух бумагах все застыло. Не определен рамочный закон, который бы распределял отходы по категориям. Не закон определен... про отходы, так? Да, да. То есть рамочного закона нет, распределения по категориям нет. Никаких законодательных актов, которые бы регулировали взаимоотношения городских администраций, областных администраций с производителями отходами, нет. Мы пытаемся, насколько это в силах городской власти, а мы входим в состав департамент, наши специалисты пишут кучу документов для комиссии Верховной Рады, для Министерства экологии со своими предложениями. Пытаемся протолкнуть в этот закон, который сейчас обсуждается уже там шестой месяц, никак они не закончат, расширенную ответственность производителей. На бумаге вроде бы все есть, в жизни ничего не работает. Вот если мы с вами... Сейчас я объясню, почему я так. Если мы сейчас скажем, что там силовым решением там мы вводим раздельный сбор. Огромное количество денег придется потратить на инфраструктуру, транспорт, обучающие программы, баки. И все это, если не принять законы на государственном уровне, ляжет на плечи кого? Жителей города. Городская власть, мэрия, мы как специалисты считаем, что это точно неправильно. У нас промышленная область. У нас на территории города масса промышленных предприятий. И просто надо заставить, чтобы этот закон работал. И по разным данным от 700 до миллиарда гривен в год только производители мусора, крупные промышленные предприятия, должны платить по экологическому налогу, которого нет. Понимаете, да? Сказали А, не А, Б, В, уже никто ничего не говорит. Вот такая ситуация. Закона нет. Есть симулятор, название есть, дата есть, высокие подписи есть. Как он работает? Никак. Такое взагалі... популистское решение взагалі. Да. Людям потрібно пояснити, яким чином сортувати, тобто і провести також з людьми попередню комунікацію. Стоп. А де вона? Її стоп, також стоп, немає, стоп, на жаль. Стоп. У нас був президент, який таку формулу запровадив. Собака виє, вітер віє, а караван іде. Да? От всі... В цьому прислів'ї караван – це якраз міська рада, яка повинна йти до безпечного, комфортного проживання містян на своїй території. От цим ми і займаємося. От, несмотря на всі ці негаразди там, з міністерствами, з Києвом, що, чим займається мерія, мер і ми, як департамент, в составі. Во-первых, уже несколько лет ми пошли в самую, так сказать, благодарную аудиторию. Это школьники первичных классов,
хотя охватывают все 11 классов. Начали мы эту программу в 10-м. В прошлом году мы ее возобновили. Она идет по школе, там, где наши сотрудники, большое участие принимают волонтеры, молодежные организации, которые действительно с открытыми уроками рассказывают школьникам. Я говорю, самая благодарная аудитория – это младшие классы. Рассказывают все, как образуется мусор, что можно делать, как себя вести. И мы реально видим, в общем-то, первые такие паростки очень позитивного отношения и детей, и их родителей, и школьной администрации. Это теж дуже важливо, тому що ви виховуєте нове покоління. С этого надо начинать. Это менталитет. Потому что если мы там, обращаясь к Японии, мы говорим, что в некоторых округах там они сортируют по 5-6 контейнеров, а в некоторых до 30, то для этого надо иметь внутреннюю культуру. Или немец никогда не бросит, я это видел на собственном примере, немец никогда не бросит пластиковую бутылку в костер. Никогда. Его так воспитали с детства. Он ее должен сложить, упаковать, отдать. В богатых странах даже доплачивают. Скорее всего, мы этого сделать сейчас не можем. Но то, что надо детей приучать к сортировке, теперь это как бы учебная программа. Следующее. У нас существует программа. Мэр четко поставил задачу, чтобы не происходило, пункты сбора вторсырья должны быть муниципальны. И поэтому они точно в этом году будут. Наши специалисты еще в прошлом году дали свое предложение в министерстве и, слава богу, включили в будущий закон, и я надеюсь, депутаты проголосуют, что от 50 тысяч жителей во всех населенных пунктах города должны быть пункты муниципальные вторсырья. Не отдавать вот этим черным, серым, непонятным людям, ну прямо скажем, у нас сейчас основной сборщики вторсырья – это люди без определенного места жительства. Ну так, самая тяжелая категория. Городская власть четко стоит на позициях, надо брать под контроль, надо создавать в каждом районе города муниципальные пункты, тем более, что полигон муниципальный, не частный, предприятия коммунальные перевозят, и пункты должны быть муниципальными. Тобто завдяки цим пунктам в кожному районі міста людина може прийти і, так би мовити, покласти окремо папір, покласти окремо пластик. Да, ми будемо збирати пластик, стекло, бумагу. Все это дуже чудова новина. Да, и у нас как бы задача, мы ее выполним, до конца этого года должно быть от 4 до 6 таких пунктов первых, которые будут уже работать у нас в городе. Це дуже добре, тому що, наприклад, я у 2014 році, коли поїхала в Німеччину і подивилась на побут наших друзів, які там живуть, приїхала додому і намагалася сортувати. Але в мене, чесно кажучи, не вийшло, тому що я збирала скляні пляшки, збирала, а потім дуже довго шукала, де ж їх здати. Ну, це пляшки від в Дніпрі, заводу точно. Злагода, але в них не приймають. Це мене дуже здивувало. Я сподіваюся, та система, про яку ви кажете, вона запрацює. І це буде дуже доречно для мешканців нашого міста. Да, саме так. Тим більше, тим більше, що ця робота, от як ми говоримо, там, школа, жителі, мікрорайони. У нас ще є перевозчики, і у нас є ще муніципальний полігон. І ми кровно заінтересовані в розділенні мусора. По той простой причине, что если выставлять там десятки контейнеров разного цвета, и, как вы уже, мы уже знаем, только что сказали, у государства нет никаких целевых программ, даже на законодательном уровне финансирования и дотации этой отрасли, то это большая нагрузка на бюджет, в логистике, в постоянно переменных затратах. А еще есть одна ситуация, мы вот там построили сортировочную линию. Сейчас она у нас там сбоит по той простой причине. Мусор не сортирован, он тяжелый. И она, в общем-то, ломается достаточно часто. Этой линии одной мало. Их а надо несколько. Линия, расскажите, сортировочная линия у нас на муниципальном полигоне. Журналисты, в общем-то, все это отражали. И мы, в общем-то, столкнулись с технической проблемой. Наша широта и наша культура обращения с отходами, она такова, что у нас мусор не просто мокрый и тяжелый, и он не сортированный, и поэтому все эти европейские технологии, они просто сбоят. И мы вот вынуждены большое время тратить, в общем-то, на технические доводки этой линии, чем мы сейчас и занимаемся. Но это только первый шаг. Таких линий должно, как я уже сказал, быть не одна, а несколько. И поэтому, именно поэтому нам надо сортировать
максимально мусор к точке его образования, то есть к жителям, к месту жительства людей. Отдельная колоссальная тема – это промышленные отходы. И это для нашего города тоже очень актуально. За то время, когда нам кабинет министров запретил проверять, у меня нет сейчас полномочий проверки промышленных предприятий. И вы знаете, это громкие были дела у нас в городе по сбросу химических отходов в черте города. И только благодаря позиции мэра мы это все вывезли и продолжаем настаивать на том, чтобы вернуть полномочия проверок и контролирующих органов городской власти, для того, чтобы, в общем-то, привести в чувство всех этих нерадивых бизнесменов, которые, уменьшая себестоимость своей продукции, считают, что мусор можно не утилизировать, даже вредный химический. Такая ситуация. Это очень плохая ситуация. Нет, у нас она в городе контролируема, просто это, ну, очень сложный и очень неприятный процесс, но мы с этого не свернем. А если вы знаете, какие штрафы сейчас предприятия, которые забруднивают? На нашем уровне городской администрации это админпротокол 1300-1700 гривен и, к сожалению, все. А на уровне области и областной экологической инспекции это могут быть миллионы гривен, а может быть и долларов в месяц, но это их прерогатива. Ну и оставим как бы небо для птиц. Они должны этим заниматься, но пока что-то не очень получается. Так, на жаль, так і є. А скажіть, будь ласка, взагалі, потрібні в законодавстві, як ви вважаєте, які потрібні бути штрафи? Ось цей адмінпротокол, який дорівнює штрафу. Коли я говорю об адмінпротоколі, я чітко розділяю. Ми органи місцевого самоуправління і по законодавству, діючого на Україні, несмотря на те, що ми определяємо і відповідаємо за всю територію, навіть зараз з коронавірусом, хто займається проблематикою коронавірусу в місті, то міністерство? Ні. Займається мерія, створений штаб віддільний. Тобто, знаєте, у нищих слух нет, поэтому мы должны думать и беспокоиться сами о себе. Чем городская власть на самом деле и занята? А что касается штрафов, смотрите, у экологической инспекции есть таблицы, есть полномочия, есть специалисты сертифицированные. Есть все для этого. Поэтому не надо ничего выдумывать, а каждый должен отвечать за свое. Они просто должны выходить, насчитывать и штрафовать. Департамент екологічної політики міста, саме ваш департамент, закликає громадян не нести на цвинтарі пластикові квіти. І ви пояснюєте, що це дуже погано, тому що перетворюючись в мікропластик, ця така пластикова квітка розкладається більше протягом 500 років. Це ми так предполагаємо, а може бути і більше. Тому що пластикові цвіти з'явилися там порядка 30-40 років. Так, учені нам говорять, що весь ось цей пластик, він не буде розлагатися від 300 до 500 років. Наверное. Ну, точно не розложиться через 10 або через 20. Тому, звісно, це засмічування. Но я бы сейчас хотел, вы очень правильно сказали, но я бы сейчас хотел вернуться к коронавирусу, мы так вскользь сказали. Знаете, пластиковые цветы на кладбище, многие уже знают, что лучше взять живые, лучше купить в горшке или в конце концов бумажные, но не нести этот пластик. И люди нормально к этому относятся. Спасибо, что вы напомнили. Но потрібно про це напоминать, каждый раз напоминать. Кожен раз нагадувати, звісно. Но я бы хотел сказать вот по коронавирусу. Специалисты нашего управления дали в Министерство здравоохранения, а там создали группу такую международную. И наши специалисты, работники управления, входят в нее как эксперты на уровне государства. Они внесли очень много предложений по отходам, связанным вот с коронавирусом, с больничными, с медицинскими отходами. Я просто хочу сказать буквально пару слов. Когда вы используете что-то после больных или маски, которые, перчатки, уважаемые жители города, вы должны понимать, что вот за вами убирают мусор такие же люди, как и вы. И вот сотрудники коммунальных предприятий, которые следят за чистотой в городе, они тоже точно так же подвержены болезням. Поэтому, пожалуйста, маску, перчатки, остатки лекарств или еще чего-то положите в один кулек, потом завяжите во второй и в таком завязанном состоянии отнесите в тот бак, который рядом с вами. Это просто моя такая человеческая просьба. Потому что сейчас самая большая нагрузка – это медики и сотрудники коммунальных предприятий.
Співробітники комунальних підприємств, вони зараз працюють. В якому режимі, розкажіть, які методи захисту застосовують? Методы защиты, они такие, как и у всех. Это рабочий комбинезон, это головной убор, это резиновые перчатки и маска. Вот. Нагрузка увеличилась. По некоторым позициям объем мусора увеличился в объеме на 30%, в тоннаже где-то 20%. Ну, когда прессуется. То есть мусора люди на карантине начали продуцировать гораздо больше. С чем это связано? Упаковка, большое количество смятя, жизнедеятельность. Так они на работе, а так это все дом, семьи. То есть, слушайте, я прекрасно понимаю, что когда люди находятся месяцами, круглые сутки в закрытом помещении, мусора производится больше. Цифры вывоза контейнеров, объем по контейнерам и тоннаж на полигоне увеличился 20-30%. Сейчас мы уже не можем выполнять тот график, который есть, и мы вынуждены 2 раза в день заезжать. И если раньше мы контейнера, мультилифты забирали раз в 10 дней, то сейчас мы вынуждены их забирать раз в 3 дня. Нагрузка на этих людей увеличилась очень существенно. Хочеться ще з вами поспілкуватися щодо стратегії 2022-2024 років у Дніпрі. Так? Чи є така стратегія взагалі, що планується ще так довгостроково? Региональная стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами должна заниматься областная администрация. Это ее прерогатива. И даже если бы мы захотели дать свои предложения, они рассмотрены в силу казуистики и вот этой вот администрирования, они рассмотрены не будут. Но если наши предложения попросят, то мы их обязательно дадим, так как в отличие от области, у нас есть департамент, который занимается функционально твердыми бытовыми отходами. В области такой департамент упразднен. Мы ждем, когда они к этому придут. Мы можем все дать, рассказать, как люди, которые занимаются каждый день этим и уже много лет. Зрозуміло. Ми з вами говорили про те, що ви намагаєтесь спілкуватися з владою на державному рівні. І намагаєтесь з київською владою. Так, з київською владою. Звісно, ми потребуємо нового законодавства про відходи. І яким чином комунікація? Чи вона є? Чи вона в такому вигляді, як потрібна? Чи чогось не вистачає саме з центральною владою? Ще в тому році депутатський корпус міста Дніпра проголосував петицію в кабінет міністрів, на яку розписав всі наші пропозиції по увеличенню повноважень органа местного самоуправления, и большой объем информации там был в плане экологии, проверок и обращения с отходами. Передали лично господину Гончаруку в руки предложение депутатов городского совета. Это первое, что мы сделали. Мы подготовили нашим депутатам Верховной Рады целый пакет из нашей области, передали тоже в Киеве в руки предложение по изменению законодательства. И уже в проекте, в этом, который мы начинали говорить, мы видим целые страницы и абзацы, написанные наших специалистов. Пусть теперь они это все проголосуют. Если нас пригласят к разработке регионального плана, естественно, специалисты города Днепра дадут максимальную информацию и максимально профессиональные свои предложения. Как по профилю, так и с точки зрения юридических всех этих моментов. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую за відповіді. Бажаю вам успіху в вашій важливій роботі. І нагадаю, що в нашій студії був директор департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Олег Борисович Семенко. На все добре. До побачення.